Минуточку внимания, хочу посоветовать вам бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это АЗС в городе Ржевск. Здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином. Заезжайте только к нам и заправляйте. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мотил Холиплей. Первый сир, мы здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, мы сегодня посмотрим очередное новое обновление, оно довольно-таки большое. С вас обязательно лайки и подписывайтесь на канал. Ну что ж, погнали. Так, и первое, что в нашем списке, это добавили систему квестов. Всего 49 квестов и 10 разных категорий. Так, позвоните оператору по спецзаданию. Можно, в принципе, так сделать. Ну, короче, здесь очень прикольная система, я думаю. Я бы, на самом деле, этим занялся. Взять новое спецзадание, позвонить оператору, узнать процесс спецзадания. Узнать количество спецзаданий. Ну, у меня их 0, в принципе. Но, думаю, я буду проходить. Если вы хотите, чтобы я снял серии, как я буду проходить квесты, обязательно ставьте лайки. Итак, теперь вы не сможете продавать сим-карту, там, ремки и так далее в любом месте. Вам нужно специально ехать в рынок, точнее, в Батырево, и только здесь вы сможете все продать, там, рыбу и так далее. Также принесли покупку скиллов тоже в Батырево, вот на такой рыночек возле военной базы. Здесь вы тоже можете теперь рецепты покупать, перенесли, видите, чекпоинт сюда именно, поэтому вот так вот. Также продажа машин, велосипедов, мотоциклов тоже изменили. Теперь вы только сможете продать машину, велосипед, либо мотоцикл только на рынке на Анашане. В другом месте вы этого сделать не сможете. В Южном добавили легальный магазин оружия, здесь сможете купить разное оружие. Вот подходит на чекпоинт и покупать здесь оружие. Бита, пистолет, охотничье ружье, дробовик и бронежилет. Находится магазин оружия недалеко, короче, от башни Останкино. Но я считаю, это очень крутое обновление, потому что, ну, покупать постоянно оружие у кого-то, либо самому его делать довольно-таки проблематично. А здесь в любое время можете приехать и купить оружие. Давайте, в принципе, я себе, наверное, что-то куплю. Ну, давайте я куплю ружье, наверное. Не, ружье дорогое. Давайте бронежилет. У вас недостаточно денег. Ну, не судьба, короче, пацаны. Ну, думаю, вы поняли, что здесь можно купить разное оружие и бронежилет, кстати. Бронежилет раньше нигде нельзя было достать. Ну, кроме того, как быть в ГИБДД, там, в ППС, ДПС, ФСБ и так далее. Ну, вы поняли. Больницу в городе Южном вернули на старое место, как было в 2016 году. Я думаю, многие вспомнят, что именно здесь находилась больница, и это было круто, в принципе. Я не знаю, зачем ее тогда изменили, но здесь, я думаю, ей будет самое место. Насчет интерьера я не знаю, по-моему, ничего не изменили по интерьеру, поэтому вот такие вот дела, пацаны. Атмосферу понемножку возвращает, это довольно-таки классно. Также в топ добавили работу угонщик машин, в принципе. Вот, смотрите, здесь есть скилл, кто больше всех украл машин. Либо это скилл какой, типа 26-й, но хотя я не думаю, что у главного администратора сервера 26-й скилл. Хотя хрен знает, в принципе, Борис. Надеюсь, я кого-то, никого не знаю из этих людей, какие в топе, поэтому я ничего сказать не могу. Но знаете, что сделали топ для автоугонщиков. Если вам не нравится пенсия в области, если вам не нравится зарплата в области, либо еще что-то, вы сможете в любой момент сделать митинг. Ну как в любой момент, с 12 до 20.00 вы сможете провести митинг и собрать людей. И возможно вас услышат и сделают так, как вы хотите. Зарегистрировать митинг можно с 34 уровня. Принимать людей можно, у которых есть как минимум 3 уровень. Находится это все в администрации области, вот здесь вы можете зарегистрировать, в принципе. На данный момент я не могу этого сделать, потому что я снимаю в 9 утра. А доступно это будет всего лишь в 12.00. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, 'cause I